Вокалистка опасается проблем со здоровьем в будущем. Певица Лолита Милявская находится в группе риска. Актриса прошла генетическое исследование. ДНК-тест расскажет Лолите Милявской о недугах, к которым у нее есть склонность. Результаты знаменитость еще не видела, но уже думает о самом плохом. Артистка уверена, что может заболеть Альцгеймером. Отметим, болезнь Альцгеймера – недуг, возникающий преимущественно у людей старшего возраста. У страдающих этой хворью наблюдается снижение интеллекта, нарушение памяти и изменение личности. Альцгеймер передается по наследству и не поддается никакому лечению. По словам Лолиты Милявской, близкие в последнее время наблюдают у нее тревожные симптомы, свидетельствующие о нарушениях работы головного мозга. Артистка решила бороться с недугом. Она стала больше читать и делает это вслух, чтобы тренировать серое вещество. Также Милявская собирается заняться изучением иностранных языков. Согласиться работать в театре, как заметила Лолита, оказалось отличной идеей. Выучить пьесу было очень тяжело. Милявской пришлось напрягать извилины. «Это работа над собой. Все в наших руках», – рассудила знаменитость. Отметим, что ранее вокалистка уже сдавала ДНК-тест. Актриса выяснила, есть ли у нее склонность к алкоголизму. Эксперты слабости к спиртному у Лолиты не обнаружили. Друзья, а вы делаете такую профилактику? Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.